В его жизни было все – радости и горе, одиночество и любовь, успех и забвение. Но артист никогда не сдавался. Последние месяцы жизни были особенно тяжелы для актера. Сахарный диабет, ампутация ног. Даже на инвалидной коляске он приезжал на репетиции и мечтал выйти на сцену на протезах. Увы, планам не суждено было осуществиться.